здравствуйте, Бокер Тов. Сегодня я отвечу на вопрос, что означает выражение «хаваль аля зман». Сначала разберем его дословно. Первое слово «хаваль» – «жаль». «Аль» – это предлог, который показывает, ну, как бы, что нам жаль, чего нам жаль. Следующее слово «азман» – «время». Получилось «жаль». Времени. По смыслу жалко время терять. То есть, например, если бы я сказал хаваль аль акесеф, получилось бы жалко денег, жалко деньги терять. Хаваль аль азман, жалко терять времени, жалко потерянного времени. Примерно так можно перевести это выражение хаваль аль азман. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Этмоль аити батаруха хаваль алязман. Вчера я был или я была на выставке. Жалко времени терять. По смыслу ничего хорошего. В современном языке, помимо вот такого отрицательного значения, это выражение хаваль алязман может означать обратное. Может означать замечательно, имеет смысл посетить, имеет смысл попробовать, имеет смысл потратить на это время. И давайте рассмотрим это на примере. Этмоль аити батаруха хаваль аля зман. Вчера я был или я была на выставке. Отлично, имеет смысл посетить. Не жаль потерянного времени. То есть мы пришли к выводу, что понять, о чем идет речь, мы можем по интонации человека. Это выражение в современном иврите, в разговорном языке, зависит еще от возраста, я забыл сказать. То есть люди старшего поколения обычно, когда они говорят «хаваль аля зман», они имеют в виду «жалко потерянного времени», а молодежь, когда говорит «хаваль аля зман», чаще подразумевается обратное. Желательно потратить на это время. Было интересно, здорово, замечательно, хорошо. Поэтому будем ориентироваться. В письменном тексте невозможно понять, а на слух, в контексте сказанного мы можем попытаться понять и будем ориентироваться в том числе на возраст говорящего. Я надеюсь, это было несложно и интересно. Я сейчас вам задам вопрос на иврите. Агавтем это шиур. Дословно получается, вы полюбили этот урок. По смыслу, вам понравился этот урок. Я жду от вас ответа. И совершенно верно, вы отвечаете сейчас. Часть скажет хаваль аля зман, то есть ничего интересного, ничего хорошего. А другая часть скажет хаваль аля зман. Я понимаю, что было интересно, было хорошо. Спасибо за внимание. С вами был Марк Храх. Подписывайтесь на мой канал. Можно задавать вопросы. На интересные вопросы я буду отвечать. До свидания.